Саня у нас вообще универсал. И красит, и клеит, и ну, немножко электроника, но это Дима. Электронику мы полностью на Диму повесили. Конструкция будет жесткая, она будет жесткая на изгиб, на кручение, да, ну как, все как полагается. Вот такой вот длинный красный дизель-поезд. Дизель-поезд рижский. Железная дорога, которая тут представлена, она сделана в масштабе ТТ, 1 к 120. Нет, Сапсан, а их наделали, другой у нас был поезд. У меня работа, она очень ответственная, потому что все-таки я людей вожу. Я сплю, и у меня вот прямо вот кровать стоит, вот буквально макет вот прямо над головой. Сейчас остановим. Сейчас он все медленнее и медленнее. В общем, вот так вот катаем.